Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 46, урок 46, Exercise 4, упражнение 4. Посмотри на картинки, прочитай и закончи рассказы. Pam has got a cat. У Пэм есть кот. The cat is grey. Кот серого цвета. Pam's cat has got a hat. У кота Пэм есть шляпа. The hat isn't bad. Шляпа неплохая. It is red. Она красного цвета. Второй рассказ. Jim has got a pig. У Джима есть свинья. The pig is pink. Свинья розового цвета. Jim's pig has got a stick. У поросенка Джима есть трость. The stick isn't big. Трость небольшая. It is. Она коричневого цвета. It is brown. Следующий рассказ. Tom has got a frog. У Тома есть лягушка. The frog is. Лягушка зеленого цвета. The frog is green. Tom's frog has got a clock. У лягушки Тома есть часы. The clock isn't big. Часы небольшие. Они маленькие. It is small. Итак, в первом рассказе мы дополнили предложение It is red. Шляпа красная. Во втором рассказе It is brown. Трость или палка коричневого цвета. И в третьем рассказе The frog is green. Tom's frog has got a clock. The clock isn't big. It is small. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.